В московском аэропорту Внуково разбился частный самолет. При взлете он столкнулся со снегоуборочной машиной. Погибли 4 человека. 3 члена экипажа и 1 пассажир. Это президент нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Водитель снегоуборочного автомобиля не пострадал. По данным следователей, причиной столкновения мог стать туман. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.